Сильный дождь и порывистый ветер встретил боксеров на берегу Атлантического океана. Сама природа готовится к главному событию боксерского шоу – к поединку между Магомедом Абдусаламовым и Виктором Бисбалем. Магомед Абдусаламов, или как зовут его фанаты, Мага, готов к бою. И уже очень скоро на арене резорт-казино отеля в Атлантик-Сити состоится поединок. В этом противостоянии все букмекерские компании отдают преимущество Абдусаламову. В его послужном списке 16 боев, и все 16 закончились победным нокаутом. У меня агрессивный стиль, я постоянно прессингую, я обостряю бой. И, естественно, точно так же я буду делать и здесь. Я буду пытаться красиво закончить бой, создавать зрелищный бокс. Пуэрториканец Виктор Бисбаль тоже готовился к бою. За свою карьеру, как считают профессионалы, он не выходил еще на ринг против по-настоящему сильного соперника. «Я знаю, что Абдусаламов сильнее меня, но тем не менее я готов к бою, готов победить его и побороться за чемпионский титул». Основная цель карьеры любого боксера – завоевать чемпионский титул. Этот бой – важный шаг для обоих спортсменов. В случае победы Магомед Абдусаламов войдет в пятерку сильнейших боксеров. Однако исход боя всегда непредсказуем. Ты никогда не знаешь, что может произойти на ринге. Но я думаю, что Мага готов к бою. Мы здесь для того, чтобы победить. Магомед силен и готов стать чемпионом. На пресс-конференции организаторы озвучили планы по предстоящему бою, представили еще одну пару соперников – доминиканского боксера Виктора Кая и американца Эммануила Тейлора. И пообещали, что шоу будет зрелищным. Зрители устали смотря эти скучные поединки тяжеловесов. Поэтому они ждут Магомеда. И мы все их не разочаруем. Профессиональный бокс США – это система большого бизнеса. Она извлекает прибыль из огромного публичного интереса к героям ринга. И машина включается лишь тогда, когда на ринге вспыхивает новая звезда. Еще 5-10-15 лет назад Атлантик-Сити был бойцовской столицей мира. Большинство боев Майк Тайсон провел здесь. Атлантик-Сити по-прежнему мека бокса. По сей день мечта каждого боксера – отличиться на профессиональном ринге Америки. Огни большого ринга, как и огни большого города, всегда будут привлекать к себе молодых амбициозных спортсменов. А кому из них повезет на этот раз, мы узнаем уже очень скоро. Юлия Райдлер, Марат Насибуллин, Вести Спорт, Атлантик-Сити, США.